зовут Маша. Мне 9 лет, и я живу в Грузии, в городе Тбилиси. Я рисую с 3 лет, и сначала я рисовала акварелью на бумаге, а сейчас я больше рисую на холстах. Я люблю рисовать пейзажи, цветы, животных. И мой папа пишет детские книги, а я их иллюстрирую. В Тбилиси я занимаюсь творчеством в студии. И мы часто на неделе ходим на пленэр в старый город и рисуем там его достопримечательности. А также мы ходим часто в ботанический сад и рисуем цветущие, расцветающие цветы. Вот. В студии в Тбилиси я рисовала свои, моя работа из последних и самая лучшая из всех, как я считаю, это мои ромашки на холсте. Я рисовала их в своей студии в Тбилиси и подарила своей маме и папе, потому что это их любимые цветы.